созданы предварительно уже, согласованы с этими службами, и все они знают, что делать. Мы будем только как бы это дело фиксировать и учитывать. Вот примерно так. Поэтому сейчас мы должны выяснить, спасатели у нас там. Ну что, господин подполковник? Можем начинать. Мы нужны спасатели. Вы рулите. Мне нужны спасатели. Будут вам спасатели. Не переживайте. Хочет и отъехать. Сколько? Службы 904. Он производит оповещение всех участников данного мероприятия. Часть вооружения двигается с спасательное звено, которое будет эвакуировать пораженных на место. Выводить вот это место. Пока кроме. У пораженного у нас идет ожог 10-4 степени, мы сделаем, обезвариваем и рану на ладони. Первоначально силы эти полкос производится разрушение зоны заражения. Нет, бывает. Мы ждем первую помощь. Первое. Расширить эту зону и организовать рану. А это зачем вот разбегал побегал? Обугливание, ожог. Спасатели продолжают эвакуировать пораженных и поставлять место сбора раненых и пораженных. Вообще у нас всегда подручный раз, если она оказалась там. Правой нижней ноги больной перелом одной третьей части правой ноги. Накладывается шина, фиксируется и ждет скорую помощь. О, здесь есть. И еще у меня левый коленный сустав рана на 2-3 сантиметра. Я наложу. Я сделаю тоже. Выбыла служба Red Dot, которая производит перекрытие воды и отключение электроэнергии. Для того, чтобы могли работать служба 901. Acaba garolka nüfus biz. Bunu çarsana da ayrı da. Evet. Bunu meşte kapı soru.
Așa, care este noi? Ce s-a întâmplat? Deci, explozii, ce? Thank you.
Кого знает, или с девочки залезли? Мне никто машину не знает. Все люди приезжают, которым необходимо. А Иисус, спрашивайте, как же репетитурить? А в реальности получается сидеть там. Сейчас у нас учение, да? Можешь перемещать. Гай, еще вон место, гай, отвлекай, гай. Гай. Там был, мы знаем, парень на бизнесе. Значит, ему должны быть. Отработали свои действия, после чего приезжает аварийно-восстановительная бригада службы 904 и производит эти работы. Ну, на этом как бы основные мероприятия заканчиваются, выполнены. Если у кого-то есть вопросы, пожелания, можно. Раз мы провели мероприятие с участием всех служб города, даже с участием вот, врачей и СМИ. Хотя мы их не планировали, видите, как система отработана. Это лучше, чем на... Что они прибывают даже независимо от нашего желания. Даже лучше, чем на Инкомлаке. Инкомлак там вроде такой. Ну да, там должно было быть такое же. Наверное, показное. Они как раз в тот день не были начали. Наша задача была главное отработать формирование гражданской защиты БелГАЗ и взаимодействующие службы при данном мероприятии. Все службы прибыли, вы видели, вовремя. Все отработали достойно, поэтому им большое спасибо и вам тоже за участие и присутствие на данном мероприятии. Все.